Блин, я не знаю уже, что говорить. В общем, смотрите. Вот чисто внимательно смотрите. Я вот так низко, вниже спускаюсь. Опа! Вы видали? Вы видали? Короче, ну, мы уже почти все эмоции свои выбросили и только сейчас решили записывать. Значит, короче, сижу я такой, переписываюсь со своим этим, как, подписчиком, короче. Он такой говорит, типа, слушай, вот, типа, откуда у тебя столько просмотров? Я такой, знаешь, типа, весь апрель никому не верю, что код элемента Forever, он такой, я такой, знаешь, захожу в группу такой, пролистываю вниз, смотрю, у меня просто глаза на жопу налезли. Я такой, рот у меня как у, не знаю, там, у кого-нибудь, сразу 34 ляма просмотров. Вот, смотрите, обновляю страницу. 34 ляма просмотров, смотрите. Рассказываю друзьям, захожу на свою страницу. 34 ляма просмотров. Захожу сюда. 34 ляма просмотров. И все. Вот реально, вот, друзья, вот подумайте, 34 ляма просмотров. Это сколько людей меня посмотрело. У меня вот реально нет слов. Мы сейчас, конечно, проугорали, вообще пипец. Жалко, что я на Ютубе за это денег не получу. Не только денег и даже просто просмотров, а только в ВК. Ну, я не знаю откуда. Если вы, конечно же, знаете, напишите ВКонтакте. Накрутка вы там никакого не делали. Накрутить 34 ляма просмотров — это почти нереально. Ну, в общем, вы меня поняли, и всем пока.